Слушайте, для бизнесменов я столько их научил. Ну, во-первых, каждый бизнесмен встречается с ситуацией личных отношений. Он хочет, чтобы был всегда какой-то момент мира, гармонии в личных отношениях, чтобы в семье было, пока он летает, пока он справляется с этими всякими часовыми поясами, постоянно работает, постоянно в напряжении. А вы представляете, самое интересное, ну я там сказал вот при входе на вебинар в этой рекламке, ну как она называется там вот это, там учитесь у детей. Будьте как дети и спасетесь, написано в святых писаниях, да? Устами младенца глаголит истина. А я вам покажу, что делают дети, чтобы быстро адаптироваться в условиях стресса. Маленькие дети как делают, какие они делают действия, движения, я вам покажу. И вы будете, вы взрослые, будете это делать хотя бы 2-3 минуты в день. И вы будете получать такой кайф адаптации к новым условиям, к новым ситуациям, к неожиданным неудачам и к успехам. И, конечно, вы будете развиваться успешнее. Ну, как это называется у бизнесменов? Но там скажу. Давайте, до встречи.